конкурсная работа должна представлять собой текст из 1-3 предложений на каждую из заданных тем. «Я-2030», «Моя семья-2030», «Краснодарский край-2030» и «Мир-2030». Отправить работы можно на электронную почту, адрес вы видите на экране, или оставить сообщение к соответствующим записям в социальных сетях. Прием конкурсных работ осуществляется до 12 октября. Подведение итогов 16 октября. Победитель получит приглашение на заседание экспертного совета форума, посвященного стратегии развития Краснодарского края. Мероприятие пройдет 24 октября в Санкт-Петербурге. Дорогу из Краснодара и обратно, а также проживание победителя конкурса в северной столице на время проведения форума 23 и 24 октября оплачивают организаторы.